Всем здорова, с вами Вова, компания Electronic Россия. У нас наконец-то пришла интересная акустическая система. Такой еще у нас не было. Это носимая и мощная. Небольшая акустическая система, 120 Вт мощности. RMS 120 Вт, PMPO 1200 Вт. Имеет 4 динамика, 2 твиттера и 2 динамика по 6,5 дюймов. Аккумулятор у нее 4000 мА. Входы под микрофон, но это мы сейчас все увидим. Давайте вскроем. Посмотрим, что же за акустическая система. Друзья, ну что, я ее распаковал в комплект. Поставка у нас входит. Радиомикрофон для караоке. Кабель питания Type-C на Type-C. И инструкция, такая брошюра. Сама акустическая система у нас моноблок. Управление все прорезиненное. Тут можно поставить смартфон сверху и все. Больше тут ничего нет. Сзади также плотная резиновая заглушка. Защита от пыли и влаги IPX5. Под защитой у нас громкость микрофона, высокие басы на колонку и эхо на микрофон. Также кнопка TWS, AUX, Type-C, вход для зарядки, USB, микрофон и гитарный ход. То есть можно микрофон проводной подключить и гитару. Ниже фаза инвертор и есть две ручки. Колонка, кстати, не очень тяжелая, но видно, что пластик плотный, толстый, хороший. Добротная, качественная вещь. Пойдемте ее взвесим, посмотрим, сколько она весит. Итак, ставим 2098 на весы. И весит она у нас 7 килограмм 400 грамм. Приятная подсветка. Несколько режимов есть. Высота системы 55. Глубина 25 сантиметров. Ширина 29 сантиметров. Вот такая классная подсветка. Верхний динамик резиновый подвес. И нижний динамик на резиновом подвесе. Оба динамика, подвес, губа. У нас слева твиттер и справа твиттер. Все прекрасно просвечивается через решетку. Сверху ручка. Обратите внимание, что все шурупы, саморезы, крепления под заглушками, под резиновыми. Здесь у нас ставится смартфон. Ну и далее кнопки управления. Выключение-включение, Bluetooth, мод, переключение режимов, управление подсветкой. Убавление, прибавление, переключение трек, а также play и пауза. Сзади мы видим ручку, сверху ручку, фаза инвертор, информация об акустической системе, резиновая заглушка, а под заглушкой у нас управление, микрофон, громкость, высокие басы, микрофон эхо, AUX вход, TWS, клавиши перезагрузки, Type-C, USB, микрофонный вход и гитарный вход. Друзья, ну а судя по превьюшке, вы уже догадались, что будет сегодня сравнение с JBL 100. Это Patio Box 100, она у нас уже давно во многих тестах участвовалась, но она у нас именно только для тестов. И сегодня будет необычное сравнение. Каждая колонка будет играть с центра стола, но все будет закрыто черным. То есть неизвестно будет, какая из этих колонок звучит, а вы напишите, какая вам по звуку понравилась. И через 2 недели я выпущу это же видео уже без черного фона. Посмотрим, угадаете вы или нет. Где будет звучать JBL, а где будет звучать Electronic. Я отключаю петличный микрофон и приступаем к тесту. Друзья, я отключил петличный микрофон. И я начну сейчас тестировать JBL, тестировать Electronic. И тут не будет написано, какая колонка звучит, и не будет эту колонку видно, которая звучит. А через 2 недели я выпущу такое же видео, уже без черного входа. А вы попробуйте вслепую определить, какая из них звучит. Это Electronic звучит или это звучит JBL.
друзья, вот так вот здорово звучали обе акустические системы. JBL и Electronic 2098. У JBL, кстати, Bass Boost был на втором уровне, забыл об этом сказать в начале ролика. Все на максималке, вся громкость на максималке, все как есть. Все сравнения. Две недели этот ролик у нас получается 30 марта. Я выпущу точно такой же ролик, только там концовочку запишу уже, судя, отталкиваясь от ваших комментариев. Угадали вы, где JBL, где Electronic, или не угадали. И добавим тест с шумомером, потому что сейчас буду записывать, будет, поймете, где какая звучит. Вообще колонка очень крутая. Стоить она будет в районе 15, 16, 17 тысяч рублей. 16 500 на данный момент. Но, возможно, какие-то акции будут или чуть-чуть подорожание. В общем, сейчас 16 500. Аккумулятор, напомню, 4000 мА. Но можно ее запитать от пауэрбанка. Берем любой пауэрбанк, понесли на природу, и все, она у вас сутками будет играть. Только подключили, сразу можно включать ее. Не надо ждать, пока она зарядится. Купить можно по номеру телефона, который всплывает на экране. Есть Viber, WhatsApp, Telegram или по номеру телефона, который на щите. А также ссылку на покупку я оставлю в описании. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Владимир. Пока-пока.